Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Испанский живописец, творивший в Испании, в Уругвае, Аргентине, Франции и особенно в Марокко, где прожил большую часть жизни, Хосе Крус Эррера. Родился в 1890 году. Его интерес к искусству был зажжен, когда юному Хосе подарили коробку красок во время болезни. Его первыми работами были копии знаменитых картин Веласкеса, Урилии и Гои. Я цитирую Википедию, переводную. Уже вскоре талант Эррера стал очевидным, и он приступил к обучению живописи в Кадисе. Он продолжил учебу в Школе изящных искусств в Мадриде под руководством художника Сесилио Пла, прежде чем получить грант на учебные курсы в Париже и Риме в 1915 году. В 1915 завоевал бронзовую медаль на Национальной выставке изобразительных искусств в Испании. Впоследствии получил несколько наград на данной выставке, включая первый приз в 1926 году. В последующие годы он сосредоточился на жанровых работах и ландшафтах. Но наибольшую известность ему принесли атмосферные изображения сцен повседневной жизни в Марокко. Скончался 11 августа 1972 года в Касабланке, но его останки были перевезены обратно в Лалине, чтобы обрести там вечный покой. Многие из работ художника находятся в музее его имени в родном городе Лалине. Вот так вкратце, данных не очень много, из переводной Википедии о Хосе Крус Эррера, испанском живописце, который творил в Испании, Уругвае, Аргентине, Франции и особенно в Марокко, где прожил большую часть жизни. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.